Все детские лагеря и отдыха должны быть приведены к нормальному современному виду. Такое поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Сделано это должно быть постепенно, не за год, но в понятной перспективе. В качестве примера Медведев привел детский лагерь «Артек» в Крыму, который, по его мнению, стал лучшим лагерем страны. В прошедшем сезоне по всей стране работали более 50 тысяч лагерей, в которых отдохнули 7 миллионов детей, в их числе и дети из Ненецкого округа. В 2015 году в санаториях отдохнули дети и подростки округа в возрасте от 4 до 15 лет. Санаторно-курортное лечение получили 582 ребенка. Еще 300 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, побывали этим летом в Крыму. Всего на отдых в этом году было выделено более 80 миллионов рублей. По словам заместителя губернатора Нинель Семяшкиной, в следующем году сумма, скорее всего, не изменится. А вот условия предоставления путевок потерпят изменений. По путевке мать и дитя смогут поехать на отдых дети в возрасте от 4 до 9 лет. Ранее воспользоваться таким правом могли дети до 15. Детям от 4 лет и до 9 будут предоставляться путевки мать и дитя. От 10 до 15 лет будут предоставляться путевки организованными группами. Это связано прежде всего с тем, что стоимость путевки мать и дитя – это 110 тысяч на одного ребенка, то есть 55 тысяч ребенку и 55 матери. Что касается стоимости отдыха от ребенка, это по то, что у нас был конкурс организованный, 24 тысячи. То есть мы можем отправить на летний отдых 4 детей, либо одного ребенка по путевке мать-дитя. Кампания по оздоровлению детей Ненецкого округа еще не закончилась и продлится до конца года. Заявку на отдых в 2016 году можно подать в отделение социальной защиты населения с 15 октября по 15 декабря этого года.